принцип наименьшего действия. Вариация функционала действия равна нулю. Больше всего мне нравится формула о том, что вариация функционального действия равна нулю. Физическая система эволюционирует максимально рационально. Если я брошу камень, он будет падать строго вертикально вниз. Не по синусоиде, не по параболе, не по спирали, но вниз. А почему вертикально вниз? Потому что природа так устроена. Идея в том, что природа очень экономична. Она не хочет тратить лишнюю энергию. Этот принцип применим, изначально был открыт для механики, но применим для очень многих областей. Довольно простой принцип. Я стараюсь в меру своих сил по этому принципу жить. Здравствуйте, я Полина. Как это жить по принципу? Необычно для меня делать только то, что дается легко? В идеале не совершать лишних телодвижений, но я человек, все-таки человек homo numerarum est, свойственно ошибаться, свойственно отвлекаться, но когда уже настроился, работаешь, лучше все-таки делать все рационально. Но честь под творчество, под, скажем так, выхождение за рамки тоже нужно оставить. Вы представитель уникальной кафедры, которая вот уже полвека занимается изучением гравитации. Это удивительное явление. Расскажите подробнее. Довольно сложное физическое явление, которое требует детального математического анализа в самое последнее время. Начали проявляться дополнительные экспериментальные подтверждения теории относительности. Специалисты в ней не сомневались, причем не сомневались довольно давно, но вот сейчас на наших глазах творится история. Прежде всего, открытие гравитационных волн экспериментальное и экспериментальное получение изображения черной дыры. Думаю, здесь нужна небольшая справка. Теория относительности была сформулирована Эйнштейном более 100 лет назад. Он написал красивую, простую до гениальности формулу E равно mc квадрат. Эта теория стала концепцией понимания Вселенной, которую непросто понять, но некоторые, особенно любопытные, пытаются разобраться. Поможете? Как говорил Лев Давидович Ландау, современная физика настолько продвинулась настолько, что мы можем понять даже то, чего не можем себе представить. И вот, казалось бы, мы не могли себе представить, может быть, где-то в душе, как такое возможно, описали лишь уравнения. И вот сейчас эти уравнения воплотились в жизнь. Знаю, что в физике всего нет. Есть законы, которые работают на Земле. В микромире они уже не работают. Там уже свои законы. И в космосе, где другие массы и другие скорости, законы тоже свои. Физики всего мира хотят получить общий закон. Закон, который объяснит все и сразу. Сначала ньютоновская механика, ньютоновская гравитация, потом при больших скоростях приходит в специальную теорию относительности, при наличии гравитации, очень больших масс, в общую теорию относительности. А на малых масштабах, на очень малых масштабах, где пройдет бал квантовая механика, там царит как будто бы хаос. И даже все наше пространство-время, которое с точки зрения теории относительности есть такое, есть гладкое понятие, оно может искривляться, в квантовом мире становится некой бурлящей пеной, где все меняется. И удивительно то, что и квантовая механика, квантовая теория поля, и теория относительности очень хорошо подтверждены экспериментально. Потому что критерии истинности физики — это эксперимент. Этим мы немножко от философов отличаемся. То есть мы с философами похожи, особенно теоретики любят порассуждать. Но для физиков крайне важен эксперимент. Так вот, этот эксперимент очень хорошо подтверждает и одно, и другое. Но это все принципиально не состыкуется. Я поняла, что вы занимаетесь общей теорией относительности. Вы рассматриваете гравитационные поля и хотите их понять, изучить и описать. Интересно, а на что похоже гравитационное поле? Гравитационная волна — это как бы рябь пространства, которая распространяет гравитационную силу. Причем сам Эйнштейн, когда впервые теоретически это открыл, не верил, что она будет вообще зафиксирована, поскольку эффекты настолько чудовищно слабы. На тот момент, да и лет 50 назад, не представлялось возможным, что все это будет зафиксировано. А как вы практически это видите? Лабораторным способом? Дело в том, что наша Вселенная — огромная микроволновка, только очень холодная, минус 270 градусов температуры у нее, так называемое реликтовое излучение. Вот это вот реликтовое излучение хранит данные об очень ранней Вселенной, о Вселенной, которая была 380 тысяч лет от роду. И по некоторым характеристикам можно понять детали Большого взрыва.
удивительно, что люди до этого дошли. То есть, сидя тут на ординарной планете, вокруг, которая вращается вокруг простого желтого карлика, который находится в довольно распространенном типе галактики, мы можем рассуждать о глобальном. Люди дошли, не вылетая толком с этой планеты, люди сами дошли вот до этого. Как романтично смотреть в миллионы лет назад. Все хотят увидеть будущее, а вы можете увидеть прошлое. Интересно, но как это возможно? Есть электромагнитный спектр. То есть, наш глаз видит крайне малую толику всего электромагнитного спектра. И то это следствие эволюции. Это следствие того, что наша атмосфера пропускает солнечные лучи как раз либо вот в этом спектре, порядка сотен нанометров, либо в радиодиапазоне с длиной волны порядка метра. Но с глазами, которые чувствуют радиодиапазон, жить было бы очень некомфортно. Мы бы не смогли бы войти в дверь. Потому что все объекты, которые имеют длину порядка длины волны, были бы нам плохо видимы. И поэтому все-таки в процессе эволюции выжили те организмы, которые, глаза которых заточены на излучение с очень малой длиной волны. А астрономы сделали себе искусственные глаза, которые наблюдают во всех областях электромагнитного спектра: ультрафиолет, инфракрасный, радио, мягкий, жесткий рентген, гамма-обсерватуры и так далее. А не так давно, ну, уже, наверное, достаточно давно, добавилась к этому нейтринная астрономия. То есть это очень легкие и очень неуловимые частицы, которые, тем не менее, могут дать информацию о некоторых катастрофах в космосе. И совсем недавно к этому добавилась гравитационно-волновая астрономия, которая является еще одним окном, каналом связи с объектами во Вселенной. Более того, она позволяет заглянуть в самые ранние области Вселенной, в самые ранние возраста Вселенной, раньше, чем 380 тысяч лет, потому что гравитацию, волны гравитации, их не останавливает ничто. А как, по-вашему, выглядел большой взрыв? Это же не тот взрыв, который себе все представляют при слове «взрыв». Это же не взрыв просто потому, что не было пространства, где вы могли взрыв лицезреть. То есть это не так очень большой взрыв ядерной бомбы. Термин «большой взрыв» придумал космолог Фред Хойл в 1949 году, который был, являлся противником теории большого взрыва, и на радио BBC бросил произведение «Big Bang!» Это какой-то большой взрыв, чушь какая-то. Идея в том, что это процесс рождения всего. Энергии, частиц, материи. Откуда это родилось, что являлось первоочередным двигателем большого взрыва, тут вообще непонятно. Вот в самой ранней Вселенной переплетено вообще все. И поэтому с нуля секунд мы не знаем, что происходило. Мы знаем примерно с 10 минус 43 секунды. Это чудовищно мало, но это не ноль. Большой взрыв — это просто рождение всего. То есть до этого ничего не было, потом все появилось. Казалось бы, какая-то философия или даже религия. Но, тем не менее, сейчас удается очень точно описать все эти процессы, начиная с самых ранних времен и получать экспериментальные подтверждения, что удивительно. То есть это не пустословие, не словоблудие, это то, что опирается, теории, которые опираются на так или иначе наблюдения. Темная материя — это что? Это нечто, что воздействует на окружающие его тела только гравитационно. То есть то, что имеет гравитацию, но его вообще не видно. Она не излучает и не преломляет свет. Ее назвали темной только потому, что про нее ничего не известно? Темную материю назвали так, потому что она темная, ее не видно. А вот темную энергию так назвали, потому что про нее ничего не известно. Есть же известнейшая картинка распределения массы энергии во Вселенной. Масса ведь это энергия, E равно mc квадрат. У нас на физфаке выгравлено на входе. Согласно этой картинке, вот все то, что светит, всю материю, которую мы можем во Вселенной увидеть, ее 4% от общего баланса. Темной материи, то есть то, что комкуется, то, что гравитирует, ее примерно 20-21%. Все остальное темная энергия. Там по разным оценкам, по разным методам измерения, от 67 до, по-моему, 73%. И мы не знаем о том,
как устроено 95% нашей Вселенной, в чем ее состав. То есть мы ничего не знаем. Мы сейчас понимаем, что мы почти ничего не понимаем о составе нашей Вселенной. Законы знаем, в чем достаточно хорошо, состав не знаем. Вот загадка. Про темную материю не сказать бы, что понятно, но существует список кандидатов, которые, скорее всего, ей являются. Но вот близко-близко, вот честно, про темную энергию неизвестно ничего. Если что-то разгадают, на мой взгляд, это будет величайшим открытием даже не физики, а науки вообще. Так, давайте еще раз. Для тех, у кого неестественный интеллект, есть черная материя, есть черная энергия и черная дыра. Черная дыра — это тоже не совсем устоявшийся термин. Очень многие сопротивляются этому термину. Джон Арчибальд Виллер как-то применил его на лекции. Тоже как-то игриво. И потом начал спокойно использовать постепенно, но не сразу он был принят. Часто встречается мнение о том, что черные дыры состоят из темной материи. Это не так. Черные дыры могут состоять из кого угодно. Можно взять груду кирпичей очень большую, накидать в черную дыру. Очень-очень много кирпичей. Она вырастет, будет черная дыра из кирпичей. Разницы не будет, из чего она сделана. Вообще никакой. В том-то и чудо. То есть с темной материей и темной энергией ничего не понятно. А с черной дырой все понятно. С ней непонятно главное, забегая вперед. Непонятно, что внутри. И что в центре. Взять какой-нибудь закон Кулона или закон тяготения Ньютона. Там расстояние между двумя шариками R квадрат стоит знаменательно. А что будет, если R 0? На 0 делить нельзя. Бесконечно получается. И если в случае закона Кулона при подключении квантово-полевых эффектов можно от вот этой так называемой сингулярности избавиться, то в теории гравитации нет. И теория относительности уже говорит нам о том, что она не полна, что в центре черной дыры происходит нечто, что ломает теорию относительности. Бесконечная энергия, бесконечная кривизна, бесконечная плотность. Природа не терпит бесконечностей. Это непреложный принцип. И это значит, что нужна какая-то другая теория, может быть, теория струн, которая позволит понять, что внутри черной дыры находится. Теория струн – один из вероятных претендентов на физику всего. Это интересная теория, но тема отдельного разговора. Давайте вернемся к дырам – черным и загадочным, кротовым норам и всяким чудесам. Черная дыра, помимо своей таинственности, это, возможно, простейший объект в космосе, который только может быть. Есть даже такая теорема – у черной дыры нет волос. То есть черная дыра описывается только тремя параметрами, а реально астрофизическая, наверное, двумя. Это масса и момент импульса, то, как она вращается. Все. Больше ничего знать не обязательно про то, как она устроена. И при этом она притягивает внимание. Так или иначе, многие об этом слышали. И из нее действительно нет выхода. Почему она, собственно, черная? Из нее нет выхода, и если туда попасть, то все. То есть, возможно, очень любопытный космонавт или ученый может туда попасть. Возможно, хотя есть сомнения, может там что-то увидеть, но никому ничего уже не расскажет. А вот в фильме «Интерстеллар» космонавт вернулся на Землю и все рассказал. Вернулся молодым и красивым, избежал физического старения. Мне понравилось, что можно обмануть время. Так можно жить вечно. Я негативно отношусь к физическому наполнению фильма «Интерстеллар» как физик, но позитивно как популяризатор физики, потому что больше людей начинают этим интересоваться. Это фильм, в которой наша Вселенная смоделирована на компьютере с большой тактовой частотой. Потому что те эффекты, которые там есть, а консультантом научным был будущий Нобелевский лауреат Кип Торн, и он эффекты сказал совершенно правильные. Но эти эффекты преувеличены довольно сильно. Самый простой пример — это известнейший мем о том, что час на этой планете длится 7 лет, отлично, подождем, пока что-то там случится. Такого нет. Приблизительно можно замедлить время раза в два вокруг черной дыры, и то на очень быстром и мощном космическом корабле, вращаясь вокруг этой черной дыры. Но спокойно сидеть на планете не удастся. Здесь поднимается на самом деле очень интересный, даже не философский, а логический вопрос. Кто провесил эту кротовую нору, если человечество без нее бы умерло? Вот такие есть и логические противоречия, есть и усиленный эффект. Но тем не менее здорово, что фильм поднимает интерес к науке. Если путешествовать по галактике, можно услышать какие-то звуки? Как Джордж Лукас как-то сказал, что у меня в фильмах звезды бабахают, в космосе не бабахают, потому что звук должен через что-то распространяться. Звука как такового нет. А те вот, если набрать какие-нибудь звуки космоса, там звуки планет, даже что-то там свистит, это излучение, которое просто переведено в звуковые частоты. Мы бы там ничего не услышали, но мы бы там много чего увидели. То есть звук должен через что-то распространяться, среда. Там среды этой нет.
То есть, если хлопну в ладоши, никто не услышит. Ну вот, опять понятно, что ничего не понятно. Мало того, что ничего не видно, так еще и ничего не слышно. Может быть, известно, какая ближайшая черная дыра в нашей галактике? Что-то около 1000 световых лет, но тут нужно подглядеть. Черную дыру увидеть нельзя. Ее можно увидеть только за счет взаимодействия с окружающей материей. Вот эта фотография черной дыры — это не фотография черной дыры, это фотография ее тени, которая примерно в 2,5 раза больше самой черной дыры. А все потому, что вокруг черной дыры в центре галактики, соответственно, и М87, и нашей, есть огромное количество газа, которое вращается вокруг нее. Даже не газа, а плазма, содержащая заряженные частицы. Если заряженная частица движется с ускорением, она излучает. То, что излучает, астрономы могут поймать. И если такой гигант будет обособлен далеко от остальных объектов, то тогда мы его не увидим. Я даже читал одну статью о том, что в качестве 9-й планеты, Плутон-то уже почти 20 лет как не планета, но, может быть, истинная 9-я планета есть. И в качестве этой планеты может фигурировать черная дыра, которая вокруг Солнца вращается. Черная дыра, там приведен ее физический размер, вот примерно такой. Весит как планета. Ведет себя как планета и весит как планета. Может, это планета? Как в старой шутке. Если оно плавает как рыба, пахнет как рыба, значит, это рыба. Читала, что сейчас Вселенная расширяется, а потом начнет сужаться, и будет большой взрыв наоборот. Это фейк? Это одна из моделей, причем, скорее всего, маловероятно. Вселенной 13,8 миллиарда лет. А эффекты темной энергии, то есть некая субстанция, которая заставляет Вселенную расширяться, все пространство расширяться, она проявилась примерно тогда, когда Вселенной было 8 миллиардов лет от роду. И она постоянно вносит свой вклад, все более и более и более сильный, и все галактики будут все больше и больше от нас разбегаться, если она будет такой же постоянной. Если вдруг она будет непостоянной и начнет работать на сжатие, то будет все сжиматься. Но, скорее всего, по мнению большинства специалистов, Вселенная будет все так же расширяться, потому что есть некое свойство у пространства расширяться. Но мы его не увидим ни здесь, ни в Солнечной системе, ни в нашей галактике, даже не в соседних галактиках, а увидим только на чрезвычайно больших масштабах. За это, собственно, и была получена Нобелевская премия 2011 года. Увидели наблюдательными методами разбегания удаленных галактик. И ничем иным, кроме некой субстанции, это объяснить нельзя. Давайте вернемся к гравитационным волнам. Объясните, какой от них толк? С одной стороны, чисто научный. Это интересно. Вообще, я считаю, что то, что в наименьшей степени необходимо для нашего выживания, как раз и делает нас людьми. Вот если так утилитарно размышлять, какой толк в музыке, в классической? Для народного хозяйства. Играют, тратят большие деньги, ресурсы. Люди десятилетиями учатся. Во время концертов напрягаются несколько часов дирижировать, играть. Какой толк? Это красиво. Это интересно. Чувствуется какая-то потребность. Ближе к верхушке пирамиды Маслоу. Что, собственно, какая-то потребность должна быть, помимо чисто физиологических. Здесь отчасти то же самое. Многим людям нравится музыка. Некоторым людям нравится музыка уравнений. И процесс познания, который с этим связан. Это один из способов удовлетворить наши, наверное, высшие инстинкты. Это способ познания окружающего мира. Во-вторых, подобные вопросы часто задавали в ЦЕРНе. По-моему, даже в штаб-квартире в Женеве. То есть большой адронный коллайдер, колоссальные деньги, колоссальное количество людей занято, какие-то элементарные частицы, казалось бы, какой толк. Во время экскурсии спрашивают, обязательно были такие вопросы, и их за ручку подводят к двери, на которой написано «Тут родился интернет». Что такое интернет? Сеть, которая связывает различные компьютеры. Нужно было обрабатывать колоссальные массивы данных, и никакой компьютер на тот момент, да и сейчас, наверное, не справится с этим, а справится только связанная сеть. Поэтому для практических нужд ученых был разработан интернет. Не для того, чтобы видео с котиками смотреть, а для того, чтобы познавать мир. Ну и третий аспект. В том же самом коллайдере в качестве сцинтилляционных материалов, то есть материалов, которые могут уловить вылет элементарных частиц, они просто начинают излучать, эти все вспышки видны. Существуют материалы, которые, к примеру, прозрачный хрусталь, но плотнее свинца. Вы представляете, какой это интересный материал и какое количество
практически приложение можно придумать. То есть инженер, например, с руками оторвет, если бы у этого материала были руки. А в гравитационно-волновых детекторах, это же вообще удивительные приборы, они измеряют расстояние в 100 тысяч раз меньше диаметра протона. Это точнейшая линейка вообще. То есть точнее ничего человечество измерять не научилось. Рано или поздно она нам понадобится, мне кажется. Интернет помнит все, и он помнит, что гравитационно-волновые эксперименты уже проводились в Казанском университете. В Казани был проект гравитационно-волнового детектора. И когда его презентовали еще в 1988 году, то утверждалось, что такой детектор может быть установлен на подводной лодке, и с его помощью можно осуществлять связь, не излучая вообще. Сейчас же любое излучение фиксируется тем или иным приемником. А теоретически, если взять некий источник гравитационных волн, некую гигантскую гантелю, которая будет очень-очень быстро вращаться, эта гантель излучает волны определенной частоты, и приемник ее ловит, и можно передавать сигнал. А никто об этом знать не будет. Вот в чем идея. Отличная идея. Жалко только, что она по-прежнему идея. Расскажите, вы занимаетесь тем, что наблюдаете гравитационные волны? Проект, к сожалению, сейчас закрыт. Мы занимаемся тем, что теоретически их изучаем. Волны сейчас смотрят в трех местах. Это Лайга в штатах, Вирго в Италии, Кагра в Японии. И в Индии собираются, по-моему, поставить четвертый детектор. Сейчас, к сожалению, у нас этого нет. Но это к вопросу о том, насколько большая фундаментальная наука подталкивает к изменению всей остальной области деятельности. Если в Советском Союзе в основном конверсии сложных приборов шли от оборонно-промышленного комплекса, то сейчас, на мой взгляд, такие конверсии вполне могут осуществляться от строения научных приборов. Разгадываете тайны, как настоящий исследователь, экскурсовод по Вселенной. Непосредственно сейчас я занимаюсь модификацией классической теории Максвелла, теории электромагнетизма. Модифицировать можно по-разному. В диссертации мой научный руководитель предложил мне рассматривать так называемую аксионную модификацию электромагнетизма. Аксион — это такая гипотетическая частица, которая, вполне вероятно, является кандидатом на роль темной материи, так называемой. И она, опять-таки, гипотетически может взаимодействовать с фотонами и менять уравнение Максвелла. Есть другие способы расширения этой классической электродинамики, так называемая нелинейная электродинамика. Она проявляется в твердом теле, в некоторых кристаллах, но если такая электродинамика действительно существует, то она может проявляться и в реальности. И при очень-очень сильных полях ее можно экспериментально проверить. Вообще, вот таким принципом исследований занимаются многие физики-теоретики. Они берут известный закон экспериментально проверенный. А что если? А что если он немножко иной? Это как в известном анекдоте, а что если крокодил летает, но очень низко? Так вот, теоретики говорят, что крокодил не ходит, на самом деле низко летает, и чуть-чуть изменяется закон, и чуть-чуть изменяются наблюдаемые экспериментальные проявления. И вот в идеале теоретик должен предсказать, как изменится эксперимент, как изменится наблюдение, исходя из его модифицированных законов. Если это подтвердится, то теоретик молодец. Если не подтвердится, не повезло. Нельзя сказать, что быть теоретиком однозначно лучше, чем экспериментатором, и наоборот, быть экспериментатором однозначно лучше, чем быть теоретиком. Это два разных амплуа. Как думаете, есть ли в России наука? Наука есть. Просто сейчас вот нужно сохранить ее, чтобы сделать задел на будущее, когда ее можно будет активно приумножать. Должна быть везде преемственность поколений. В силу определенных обстоятельств есть разрыв. И задача людей, которым сейчас вот 40, 30, наверное, 20, это попытаться заменить мастодонтов, которых действительно много и которые великие исследователи. Вопрос еще в том, как это воспринимает общество. Если в обществе в целом считается условно нормальным, даже иногда деградировать, я скажу, или интересоваться неким различного рода декадансом, то это не очень хорошо. И вот, мне кажется, одна из задач популяризаторов и ученых вообще в целом — это вернуть моду на то, что
интересоваться наукой, заниматься наукой – это нормально. Такая же профессия, причем профессия полезная. Интерес к науке есть, но ученых все-таки меньше, чем хотелось бы. Предположу, что искусственный интеллект скоро сможет заменить естественный. Считаете, он точно не хуже? В чем мощь естественного интеллекта? То, что он может что-то придумать. И для меня прелесть бытия физиком-теоретиком заключается как раз в том, что есть огромный простор для творчества. Компьютеру можно задать уравнение, он проанализирует, даже решит, там все сделает. Человек нужен для двух вещей. Придумать уравнение, придумать новый принцип и понять, какова его физическая суть. Вот это должен делать естественный интеллект, и вот это самое интересное, на мой взгляд, в физике. Численные методы должны применяться параллельно с мозгом исследователя или человека, кто им занимается. Истинная мощь в соединении естественного интеллекта, интеллекта компьютерного, вот она позволит достичь небывалых высот. Но естественный интеллект забывать не стоит, просто потому что аналогов-то нет еще. We'll be right back.